какая машинка тебе больше нравится? Смотри, здесь вот танк есть. Детишки села Подлесного рады вернуться в родной детский сад. Здание учреждения было капитально отремонтировано. В мае прошлого года в садике произошел пожар. Часть конструкции уничтожила огнем. К счастью, обошлось без жертв. В кратчайшие сроки здание привели в порядок. Сделали кровлю, полы, заменили сантехнику, сделали ремонт в помещениях. Кроме этого, установили автоматическую систему пожарной безопасности. Я оценил ремонт, довольно-таки качественно все сделали. Видимо, контролировали, да, стройку? Вот. Детишки, он довольно занимается. Тепло, уютно. Игрушки привезли сегодня, да? Игрушки, которые привезли в сад, ульяновского производства. Коляски, конструкторы и машинки сделаны на Димитровградском заводе Полесье ДГ. На время ремонта 34 воспитанника детского сада размещались в здании Тагайской средней школы. Большие изменения случились и в трагически известном детском садике Рябинка Вишкаемского района. В 2022 году мужчина проник в садик и устроил стрельбу. В результате погибли двое детей и воспитатель. За последние годы учреждение сильно изменилось. Первым делом установили новую систему безопасности. Да, звонок. Здесь да. Видеонаблюдение установлено. Видео сразу охранник. Сразу охранник. Только да. Ушел, да? Да. Так, вы родители, получается, выдали магнитные ключи? Нет, вот такие, они да? Звонят, охранник их видит, знает всех, даже бабушек и дедушек, и выходит. А там еще две закрытые. То есть родителям не выдали ключи такие, нет, да? Нет, ключи не выдавали, мы заходим по звонку. Они по звонку и по лицу, то есть видео. Да, можешь выдать. Кроме системы видеонаблюдения, по периметру садика установили ограничения. Также в прошлом году отремонтировали крышу и пищеблок, обновили инженерные сети. В этом году продолжат обновлять помещения сада. Анна Тищенко, Управда ТВ.